Утро. Просто утро. Зеркальная гладь воды. Храп моих друзей из палатки. Звук шмелей, ос, мух. Птички стрекочут. Что-то там на своем языке. Все работают, все. Все по своим делам, что-то летают, ползают, ящерки вон тут под ногами. И даже викуленок на этом острове, в то время, когда все спят, те спят, кому положено спать. Викуленок работает. Слався Джей, слався Джей. Скажите, я пришел взять немножко небольшое интервью у вас. Как вам работается на острове так рано, в 10 часов утра? Мне прекрасно. Вот как раз сейчас прекрасно и работается. Почему? Потому что тихо, никто не мешает, все спят. А птички стрекочут? Птички стрекочут. Тут мышка подъедалась вон. Я даже видео сняла. Бегала, ела тут. Вот ту булку, которую вчера я дал. О, ты какая. Молодец. Молодец. Знаете, даже солнечная панель вон работает у меня. Короче, все работают, кроме меня. Вот так вот я констатирую факт. Сколько там? 7,4 ампера. Нормально, заряжает. Какая молодец. Все работают. А я сижу, наслаждаюсь. И вроде как ничего не делаю. Но вроде как это только вроде. Я размышляю. Не каждый может размышлять. Вот. Не каждый может как заглянуть завтра. Да. Кому-то, у кого-то вот такая работа. Размышлять, философствовать, понимать, так сказать, суть бытия. Пошел на свое рабочее место, вот мое.